Хорват ЖД в переводе с фарси означает рейс на Джиду. Рейс на Джиду — это рейс, мы возили паломников от Джиды 40 километров до Мекки. Значит, персы, ну, кто побогаче, тот за свои деньги, кто иногда целым населением собирали там одному-двум представителям, чтобы они могли слетать, значит, Джидус, выполнить хадж в Мекку. Ну, это самые почетные люди. Вот. Хаджа — это как раз тот человек, который выполнил хадж. Это барон в жизни, это мечта каждого мусульманина. Ну, в общем, это очень интересное зрелище, когда их провожают, это целая демонстрация, это на капоте режут барана, это, значит, там цветы, это там празднество невероятное, ну, встречают точно так же. С непривычки, это первый раз, когда увидел, было страшно, потом объяснил, что это нормально. Нам в марте и апреле не поболеть с похмелья, и будет киснуть зелье, но то не наша блажь. Нам в марте и апреле почти не до веселья, ведь как лосось на невесту паломник прет на хадж. Порван ЖД, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Порван ЖД ликует весь Иран, и нам пора. И валят косяками над Джидом и крафты, и, может, был неправ ты, усмешку затаив. Когда летишь над Джиду, не упускай из виду, что там такой персидский, по трассе есть залив. Порван ЖД, Сари и Тегеран, порван ЖД, Ахваз и Абадан, порван ЖД, мечта всех мусульман из разных стран. Затарившись товаром, чтоб дома сдать с наваром, чтоб хадж прошел недаром, летят они назад, цветами их встречают, целуют и качают, хаджами величают, почти боготворят. Порван ЖД, особая статья, алейкум ассалам, Саудия, и не забудет, кто и дал хоть раз ЖД порван. Почти не вынимая себя из самолета, на время забываем про прочие дела, и только успеваем просоленные боты стирать свои сорочки и бренные тела. Порван ЖД, горячая пора. Порван ЖД, с утра и до утра. Порван ЖД, сегодня и вчера, и завтра. Порван ЖД, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Порван ЖД ликует весь Иран, и нам баран.